Здесь 3 месяца длятся каникулы лета. Забудь про учебу смелее. Так, стоп, видео началось. Я тут просто мультики на карантине пересматривал. Ну ладно, раз видео началось, и лето тоже. Сегодня первый день лета, вот это да. Самое время рассказать о планах для моего канала. Но поскольку я не знаю, что ставить на задний план этого видео, просто смотрите, как я что-то делаю в Майнкрафте. А какие же у меня планы на лето? На лето у меня планы снимать 3 видео в неделю. Это очень много после 3 недель без видео, да? Надеюсь, что да. Вот, и они все еще с монтажом будут. В основном по играм, но, возможно, будут и гайды. Но по каким же играм? Например, по Майнкрафту. Полноценный сезон летсплея по Майнкрафту с модами и с монтажом начнется этим летом. Не пропустите. Также будет спор. Одна из моих любимых игр, хотя она и очень старая. Я, возможно, найду ее DLC, потому что у меня нету ее DLC. Какие же еще игры будут? Еще будет Slime Rancher. Ну, это возможно, да, чисто теоретически. Еще будет новая игра, которая еще даже не до конца релизнулась. Она называется Feral. Это продолжение, или как это назвать, другая игра из вселенной Animal Jam. Это такая популярная детская MMORPG-игра, только это MMORPG-игра. Более интересная, более красивая, там, она про мифических животных, а не про обычных, в отличие от оригинального Animal Jam. Еще какие игры будут? Еще, ну, возможно, если будут еще какие-то игры, я о них сообщу уже летом. Точнее, летсплеи с ними начнутся летом. Планы снять обзоры на игры от Nintendo, к примеру, Animal Crossing или Pokemon Sword and Shield. А еще есть один план, о котором я говорить не буду, ведь он выйдет уже этим летом, уже в этом месяце. Поэтому не пропустите его. Он будет круче большинства моих других видео, он будет очень крутой, поэтому обязательно не пропустите его. Ну а сегодня с вами был я, Portal King. Всем пока, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, ведь совсем скоро начнется лето, а точнее уже началось. А это значит то, что куча видео вас ждет с начала этой недели. Следующее видео в среду. Ожидайте. Всем пока.